Привет, друзья! Адора – это самые продаваемые прицепы от Adria. И сегодня в обзоре модель 573 5. Снаружи, в принципе, все довольно-таки стандартно. Окна, люки, есть решетка холодильника, видим лючок обслуживания биотуалетом. Ручки для маневрирования. Ну а по левой стороне мы с вами обнаружим три окна, которые нам рассказывают, что там находятся спальные места. Ну, в передней части мы увидим с вами лючок для багажа, заправку воды и, собственно, подключение к 220 вольт, друзья. Ну, идем внутрь. Наверное, там нас ждет, надеюсь, что-то интересное. Итак, сразу на входе мы попадаем в спальню, которая закрывается на штору, если нужно. Вот она полностью отгораживается от гостиной. Здесь есть панорамный люк. Вот это фирменная история от Adria. Подвесные ящики, полки. Под кроватью наверняка находится пространство для хранения. Да, очень, очень большой багажник, друзья. Тут гостиная, тоже стол может опускаться, делается двуспальная кровать. Здесь кухонный блок стандартного вида, как мне кажется. Газовая плита, мойка. Здесь, наверное, пара ящиков, вытяжка. Да, вытяжка есть, друзья. Далее. Кухню продолжает холодильник с морозильной камерой. И, собственно, детская спальня. Верхняя и средняя кровати ограничением 70 килограмм. Внизу можно тоже ложиться, либо устроить багажный отсек. Здесь нас ждет большой гардероб, судя по всему. Да. С полками, кстати, вот тут еще сбоку можно что-то поставить. А так, в принципе, вешать одежду. Закрываем. Ну и, конечно же, туалетная комната. Биотуалет, умывальник вот здесь скрывается. Такой вот. Держатель для бумаги, пожалуйста. И, собственно, душевая. Отопление здесь воздушное, судя по всему. Поэтому я тут не вижу радиатора отопления Альда. Просторный санузел, друзья. Есть где развернуться. Так-то довольно-таки все прозаично выглядит в таком скандинавском стиле. Очень много прицепов продаются именно в Норвегию. Здесь вот интересный, кстати, такой проходик. То есть можно не перелезать через жену, а пройти, если нужно куда-то ночью сходить, вот по этому проходу. Он узкий, конечно, но, в принципе, позволяет аккуратно отсюда сбежать по своим делам. Там какие-то полочки еще, кстати. Вот такой прицеп, друзья. Здесь, наверное, не так уж много, о чем могу рассказать вам. Огромный ряд включения-выключения света здесь. Куча всяких фонарей. Розетка 220, антенна, теплый пол, свободная площадка и, собственно, обогреватель воды, бойлер Трумотерм. Ну и дверь, собственно, с ведерком и с окошком. А над дверью стандартно, собственно, о, включил свет. Там также можно контролировать запасы воды, емкость аккумуляторных батарей. В общем, все, что касается ресурсов и вашей автономности, друзья. Вот такой вариант. Если интересно, задавайте вопросы в комментариях. Цена в районе 40 тысяч евро. Вот ориентируйтесь на эти цифры.